Привет! Сегодня сыграем... А на чем? А, ну, на фольге. Да, чего я только с ней не делал, чтобы звук извлечь. В итоге додумался таки смотать всю фольгу со втулки и, повесив втулку на резинке, немножечко по ней ударить. Звук получился как у трубы, по которой тапком бьют. А с барабанами проблем особых не было. Правда, по сравнению с маркером, тут обработок было очень много. Кстати, звук разрывания фольги я в итоге заревербовал и развернул задом наперед, получив обалденный райзер. Ну, как-то так. Вот что у меня получилось.